Так, дорогие друзья, вы на канале Антон Д. Смотрим уральских статных. В гостях у Анатолия Викторовича. Они пожалуйста, Анатолий Викторович. Ну, чтобы стоечка, чтобы лапы были. Я добиваюсь, чтобы лапы побольше. Вот эти голуби у меня лет 15, наверное. Но я еще ни одного голуба не купил. Это, только продаю. Ни одного голуба не купил. Вот это все в своем крови. Ну как, добился я, чтобы они были маленькие, компактные. Ну, хочется еще, чтобы больше лапы. Добиться лапы. Именно окос. Да. Так, ребята, вот такая вот красотища, вот такая вот. Вот, вот у меня, например, вот самочка вот уже есть, а тут в основном ее дети, вот и лапы уже такие. Ага, ну, уже как бы немножечко уже и космо у нее, да. Анатолий Викторович, вы мне скажите, ну ведь много статных голубей, это тоже или что? Это омские, вот хочется вот такой лапы. Ага, это омские. Это омские. Это случайно не лебеди вот эти, нет? Это омские. Ага, это омские. Красивые какие мои красавцы вообще. Ну тоже хочется, тоже тут у меня одна кровь. Что-то она, уберите от этого, ее задавит. Не, сейчас кайф встанет. Не, что-то ей прижали лапку. Ничего, все. А, это у нее просто космы такие. Ну просто ходить. Она цепляется. Сейчас успокоится, все будет это. Ой, какая игра. Ой, как красиво шеи трясут. Гляньте, как они трясут шейками. Ребята, какая красивая птичка. Ну как не любить голубей, а? Как не любить такую красоту? Да. Анатолий Викторович, да. Я вас все-таки не договорил. По поводу паровать этих статных голубей. Вот много ж пород похожих друг на друга. Я имею в виду по статным вот таким вот голубям. Ну как? Вы мне скажите, их нельзя паровать вместе там, с другими породами? Или лучше всегда делать это по породе? Ну, уральские. Если споруешь, вот есть, посмотри, есть желтые какие. Так, ага. Вот если споруешь, есть с уральским, уже будет ни чубы, ничего не будет, уже это. Вот омского споруешь с уральским, будет рябок давать. Mm-hmm. Вот я как-то у меня ростовский споровался, вот там у меня есть ростовский споровался с уральской. Дали такие вот, есть, на него. Это как называются вот эти желтые? Вот ейские. Вот? Ейские, да? Да, ейские двухчубы. Ага. Ой, боже, какая красота. Ребята, я влюбляюсь в эти голуби. Это моя слабость. Я не знаю, статные голуби это вообще... Особенно вот такого плана, вот, как вот эта белая вот голубочка. Вот ейские тоже с лапами хорошие. Вот, красивая головка такая вообще. А у этих чубы такие вот интересные, вот этих белых голубей. У них как-то вот ну, аж как быть, грива, как а грива вот, идет. А вот посмотри, какие у ейских чубы. Вот смотри, это молодые. Вот смотри, какая головка. Спереди и задний чуб какой. И лапки какие. Это молодые. Вот у родителя это молодые. Ага, ага. Сейчас, красиво стоят. Это молодежь, да, вы выбрасываете да. Сейчас? Вот белая есть. А это что белая? Белая есть тоже. А, есть, да? Ага. Сейчас мы на улицу высадим, посмотри, как они живые. Все они у меня гуляют. Это здесь... Все живые, все летают. Да. То есть птица не вольерная, ребят. Так. Так, ну еще вопросик по вот этим вот белым голубям. Ну, это как, что они, за голуби? Это белые омские. Ну чем они ценятся? Чем мельче. Я знаю, что статные ценятся, когда ну, вот возьми ядро. Так. Вот должны они кругленькие такие быть, маленькие, аккуратненькие. Ну вообще кто как любит. Например, кто-то любит высоких. Вот как ты выбираешь, например, жену, невесту, дочку? Если высоких любят, я, например, маленьких или что-то такое. Точно так же и голубей. Есть длинные носы, есть короткие носы, есть длинные ноги, есть короткие ноги. Я люблю все низко на ногах, чтобы вот они были такие маленькие. Качуны. Были у меня ростовские качуны, вообще такие бомба, белоносенькие, беловее. Ну, вы вот там самочка одна осталась. Такая, ну. Вот такие вот голуби, ребята. Координаты обязательно оставлю, кому интересны такие голуби именно
обменяться, может, опытом, обменяться птицей. У нас не очень много ребят держат таких голубей в городе Харькове. Выпускаем, да? Да, давайте. Да. Оставьте только парочку белых, оставьте. И желтых я хочу посмотреть. Вот этих выпускайте, да. Я хочу еще посмотреть. Желтых. Как они, ейские, да? Ейские, да. Да, желтых. Мы сейчас еще желтых и белых посмотрим. Ходят красавчики наши. А так вот они гуляют, пасутся. Это голуби кружастые, высоколетные. Вот так они улетают. Так, это у нас ейские и ураль. Не, не уральские, это воро. Не, омские. Омские, да, прошу прощения. Лапа у них хорошая. Да, хорошая носы, лапа. Голова омская, даже глаз черный, беловее, носики коротенькие. Ну и стоечка, да. Правильно. А хвост не должен прикасаться к гриву. Гриве. Это все ценится, вот как возьмет самочка. У этих вот двух, у этого хвоста я вырывал, и вот вырытый, вот он это вырастет через неделю. Вот он. Он лапа какая, от самого живота идет, от самого это все. Он есть какие-то стоечки. Вот красавчик. Вот они. Хоть как статуэтки прям.